Жители Севастополя по несколько дней стоят в очередях за бесплатными медикаментами. Среди севастопольцев немало льготных категорий граждан, тех, кто может рассчитывать на некоторые бесплатные лекарства. Для их получения горожане должны взять рецепт у врача, который действителен в течение лишь 3 дней. Из-за безвыходности севастопольцы крушат аптеки. Кто последний, товарищи? За вас. Нету лекарств, наличия вообще нет. Вот 25 ноября сказали конец года, а теперь говорят начало года. У меня дома мама 99 лет лежит. Я не могу стоять целый день. И лекарств нет у меня. Ну что мне делать? Уйду. А как я буду опять покупать? Я весь январь покупаю эти лекарства. Мне с Инкермана неудобно вообще есть. Как это сказать? Ну как-то там, что нельзя. Раньше выдавали мне в Инкермане лекарства. Я без проблем получал при Украине без вопросов. Приходил в больницу к врачу, мне врач тут же выдавал. Теперь меня футболят по всему району, я не могу нигде получить. Вчера я просто поехал в Симферополь в аптеку специально оборудованную, пришел, купил за личные деньги. 2000 рублей отдал просто так, чтобы то, что мне положено государство, мне его не выдают. Угу. Как это объяснить, я вообще не понимаю. Мы только услышали, мужчина простоял с самого утра, ждал в очередь. И ему сказали, что его лекарств нет. Он вышел, он раздосадован, и, конечно, ну, стрессовая ситуация.